Всем доброе время суток. У меня видео на канале есть, где я показываю квадрокоптер. И много комментариев, где указывают на то, что у них не работает, не раздает квадрокоптер Wi-Fi. Телефон его не видит. Да, такая тема есть. Дело в том, что у того квадрокоптера, я ссылку на него дам в описании, SG906 Pro, у него частота Wi-Fi 5G. Соответственно, если телефон не поддержит эту частоту, то он его не увидит просто. Вот. Ну, у меня телефон тоже спрашивает. У меня телефон как Redmi Note 9. Тоже ссылку на него дам в описании. Чем меня привлек? Привлек он меня довольно-таки хорошей камерой. Так, по крайней мере, было в описании. И на деле я проверил, все работает. Ну и то, что тут 5G есть. Конечно же, цена. В моем варианте было 4 гектара оперативки, 128 гектаров, гигабайт, как обычно говорят, жесткого диска. Разрешение камеры 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Это, соответственно, 4 камеры. Вот. И фронтально 13 мегапикселей. Качество фото и видео получается довольно-таки неплохое. Довольно глубокое. Но я привык к фотоаппарату. Да, брал я его, чтобы фотографировать, снимать в лесу. Но пока я привык к фотоаппарату, я не могу отказаться от зеркалки. Сейчас я покажу, как он фотографирует качество. Вот так, фокусируем. Снимаем. Ну вот, все четко видно. Конечно, это не зеркалка. Видео тоже неплохое относительно, но 48 пикселей это для телефона, конечно, это мощно. Сначала было довольно непривычно такой большой телефон держать в руках. Плюс тут отпечаток пальца. Кстати, срабатывает очень хорошо. Для включения телефона. Находится рядом с камерой. И постоянно палец туда попадает. Это, конечно, минус. А так, в принципе, экранчик очень неплохой. Написано, что он даже содержит закаленное стекло. Горни Горилла Глаз 5, если я правильно прочитал. С мощным процессором МТК Elov G85, 8 ядрами. 8. Парит графическим ускорителем RM G52MS2. Максимальная частота 1000 МГц. Ну, там оперативная память я говорил, сколько. Модуль Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5-герцовый и 2.4. Датчик МФС, для оплаты, GPS, навигатор, GLONASS. Много чего у него тут. Весь он насыщен всякими полезностями. В конце я ставлю, кстати, примеры фото. Фото реально очень замечательные. И макросъемка, и обычная. Самое полезное здесь большой встроенный аккумулятор на 5 микроампер. Видите? Ну и зарядное устройство соответствующее заряжает. Где-то часа за полтора заряжает полностью. Не хотел делать обзор на этот телефон, но народ спрашивает. Ну, я решил делать видео, просто небольшое видео на тот телефон, который я пользуюсь, который действительно работает с данным летательным аппаратом. Ссылку на него дам в описании, конечно же. Плюс, не забывайте про VPN-сервис, если пользуетесь разными магазинами, интернет-магазинами. Там будет кэшбэк. Даже не только связной, я покупал что-то в связном, телефон детский. Заказал через VPN. И мне вернули там чуть ли не 10%, что ли, я не помню. Кэшбэк такой у них. Футляр, конечно, стрёмный. Показывать себе даже не хочется. Потому что когда я заказывал, я просто не нашел. Так пришлось здесь вырезать для пальцев. Сейчас, я думаю, футляры появились. Ссылку на футляр, поэтому я давать не буду.